кто-то назвал это борьбой, но вроде больше похоже на игру. Боец смешанных единоборств Джефф Монсон устроил игры с бурым медвежонком. Видео развлечения он опубликовал в своем инстаграме. На кадрах хорошо видно, что боец чешет мишку и даже кусает его за ухо. Впрочем, тот не особенно сопротивляется. Судя по инстаграму, Джефф много времени сейчас проводит в России. Даже с медведем встретился. Вот. И, конечно же, подписчики это все оценили. Два медведя. Джефф наш человек. Сразу видно, что в России находится.